Всем здравствуйте, дорогие подписчики! Как ваши дела, как ваше настроение? Сегодня 9 сентября. Наше местное время в Кургане 12:03. Я плюс-минус в лесу. Плюс-минус. Смотрите, какая красота. Какие у нас тут березки. Хотя наша Курганская область лидирствует по березам. Березы у нас это символ нашего края. Ну, конечно, уже осень. Видите, уже местами какая картина красивая. Смотрите, зеленая, желтая, красная. Все вот это прекрасное сочетание, все вместе. Давайте маленько с вами прогуляемся. Да. Погодка сегодня пасмурная. Да, кстати, дорогие подписчики, у меня вчера было мое день рождения. Вчера такой был солнечный, красивый день. Прям так было так тепло, прям так все было классно. А сегодня уже не мое день рождения. Сегодня уже он попрохладнее, конечно. Ветер поднялся, пасмурный день. Вчера солнышко светило. Все, кто поздравлял меня из нашего края, из нашей деревни, где я живу, все говорили: Зида, солнышко, ты, погодка тебя любит, Бог тебя любит. Погоду тебе дал такую, чтобы было классно, короче. Смотрите, эти уже тюки. Видите, как красиво. Вот как в деревнях люди жили. Вот. Как в то время, как бы со времен бабушек, дедушек. Сено косили, тюки делали. Вот, пожалуйста, красота наша. У нас вообще-то очень красиво. Я вообще люблю свою Курганскую область, свой край. Уже я приехала из Краснодара в Курган 2004 год. Это уже 24 год. Я 20 лет своей жизни отдала городу. И безумно, конечно, счастлива. Но, естественно, как человек южный, приехала в север, можно сказать так, в север, где холодно было в марте месяце. Для меня это был шок первые несколько лет. А сейчас уже постепенно, уже, конечно, за 20 лет я немножко уже привыкла к холодам. Такие дела. Вот смотрите, какой красивый тюк. Вот. Ну, какая красота. Видите? Ну, березки. Все везде красиво. Люблю этот край. Наш край очень богат много чем всеми лесными ягодами. Всей красотой богат. И облепиха, и клубника. Конечно, клубника везде есть. Я имею в виду еще что-то. Шиповник, вот я все хотела сказать. Шиповником богат наш край. Смотрите, сколько дальше, сколько тюков. Ну, конечно, там дальше вот. Вот лес там, лесные ягоды, всякая всячина. Ну, туда, конечно, я далеко не пойду. У меня смелость может только появиться в этих краях, где близко, недалеко отошла от мужа. Вот у меня муж тоже недалеко от меня. Я еще могу смело погулять, походить. А так боюсь, конечно, дальше, не дай бог. Конечно, страшновато, когда одна находишься, потому что неизвестно, что, где, что может быть. Как говорится, береженого Бог бережет. Вот. Ой. Видите, ребята, красота у нас какая. Красота нашей природы, нашего края. Это еще не вся красота. Красота вглубь леса тоже очень красиво. Там тоже очень много что есть. На что можно будет смотреть, что показать, как говорится. Вот. Вот еще тюк. О, смотрите, красиво, как возле березы еще тюк стоит. Вот. Ну, круг дала, прогулялась. Проветрилась, как будто я сижу дома. В доме я только сплю. И когда кушаю, либо чай пью, а так целыми днями на улице.
красиво. Вот смотрите, кругом. Кругом какая красота. Так что вот, всем пока.